Ну, все, кстати, элементы секты налицо, кроме одного. Здравствуйте. 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 Сегодня 20 мая 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей и Валерий. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 533 дня. То есть до 5 ноября 2017 года осталось 533 дня. Просим вас, регистрируйтесь на сайте «Волна перемен», для того, чтобы 28 или 29 вы могли проголосовать на праймерис за кандидата Мальцева, то есть таким образом фактически проголосовать за 5-11, за революцию в России 5 ноября 2017 года. Почему, так скажем, это важно именно там, на той площадке? Ну, потому что, давайте говорить откровенно, у либералов очень часто мысли, что можно как-то что-то решить в России путем выборов, каким-то мягким там путем изменения сознания народа. Ни хера ничего здесь не решается никаким изменением сознания. Здесь всегда все решалось силой, палкой. И так это, к сожалению, будет продолжаться, пока мы не возьмем власть и не установим народовластие полное. Тогда, может быть, создав условия, чтобы эти реформы были неизменными, необратимыми, тогда мы, наверное, сможем добиться того, чтобы что-то при помощи сознания там входило. Пока нет, пока только при помощи палки. Слава в кальсонах. Нет, я в джинсах вообще-то. В каких-то там моднючих джинсах. Да. Так что, вот, смеюсь насчет моднючих. В обычных джинсах. Я вот все люблю носить, в общем, такую одежду всякие. Так, что еще я хотел сказать? Сергей, ты там что-то хотел еще рассказать? Да, во-первых, мы сказали по поводу того, что регистрируйтесь на сайте «Волна перемен». Есть ссылка в описании, об этом говорим каждый день. Кроме того, регистрируйтесь на нашем запасном канале «Безумная Гретта», где есть нарезки наших видео. И появилась у нас не так давно страница ВКонтакте, очень-очень активно развивается, за Вячеслава Мальцева. Собственно, ссылочка тоже есть в описании под этим видео, тоже добавляйтесь в друзья. И самое важное, то, что на этой странице сегодня появилась наша агитация, наши плакаты, которые мы уже анонсировали несколько дней назад, они закончены. Ну, большое спасибо, во-первых, нашему дизайнеру, да, который нам помогает уже не первый раз. Его работу вы можете видеть прямо сейчас за спиной у Вячеслава Вячеславовича. Это фон тоже делал он, разрабатывал. И вот плакаты тоже делает он. То есть ему за это большое спасибо. Ну, спасибо огромное. Да, заходите на эту страницу, распространяйте в других соцсетях, да, эти плакаты. У кого-то там на Фейсбуке есть страница, где-то еще. Распространяйте эти плакаты и призывайте таким образом людей голосовать на праймерис. Камеру просят поправить, а я посмотрел сразу на ту камеру. Ага, вот тут тоже поправьте камеру. Все, поправили, все. Все отлично. Так, что у нас еще? Ты хотел рассказать, что там сегодня было в правительстве, да, там люди ходили в правительство. Что-то. Да, но у нас продолжается история в Саратове, если помните вы. Мы рассказывали в одном из эфиров несколько недель назад о том, что у нас сестра господина Радаева, если кто забыл, это губернатор Саратовской области и, значит, передовик в производстве айфонов седьмых, вот, разработчик, конструктор и просто хороший человек. У него вот сестра имеет тоже хорошую дачу. Дача находится на Кумысной поляне, это наш лес так называется, в территории города. Вот, и, собственно, дача там находится, по некоторым мнениям, незаконно. Ну, как по некоторым мнениям, в общем-то, есть все документы, подтверждающие, что она там находится незаконно, то есть оттяпали они часть леса. И вот сегодня состоялась встреча с одним из его заместителей, Соловьев, да, его фамилия? Я постоянно путаю, Соколов или Соловьев? Соловьев. Вот, встречались с ним там экологи, общественники. Ну, в общем-то, мы первое что выяснили? Выяснили, что у Радаева отсутствует вообще возможность приема. То есть, в принципе, даже технической возможности прийти на прием к губернатору у нас нет в Саратове. То есть, если вы хотите встретиться с губернатором, то это сделать невозможно. Ну, только там где-то, я не знаю,
возле Думы его поймать и какой-то вопрос ему задать, ну или не вопрос, для каких других целей можно его поймать. Вот, собственно, пришли люди к этому заместителю его, он там ни сном, ни духом, но очень, конечно, такой он специфический, мягко говоря, человек, не отличается умом и сообразительностью, как в известном мультике. Вот, показывают ему документы, и он очень испугался, что мы причем вчера об этом не говорили, но эта встреча должна была вчера состояться, этих экологов. Вот, и ее перенесли на сегодня. Но мы сделали логичный вывод, что он пошел кому-то советоваться, что говорить-то ему нужно будет. Но все-таки думали, что сегодня он как-то подготовленный будет. Нисколько он был не подготовленный, то есть совершенно был не готов. И вот в частности выдал эпичную фразу, что зачем вы постоянно повторяете эту фамилию, речь о фамилии Радаев, ее нельзя здесь произносить или как-то так, но это можно найти. Да, 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 и мы сразу посчитали, что это такой наш местный Волан-де-Морт, Валерий Радаев, нельзя произносить его фамилию, фамилию его родственников. Вот. Ну, собственно, в очередной раз мы, да, убедились, какое у нас правительство, какая у нас команда, в том числе Радаева, ну и не только его одного, его заместителей и так далее, да, как они выполняют свою работу. И мало того, что работу свою не выполняют, так они даже вот как-то, я не знаю, экспромтом не могут ничего выдавать, да, то есть есть такие люди, которые хотя бы умеют воду лить, вот как Путин, например, да, задает ему какие-то вопросы, он умудряется так ответить, что вроде бы он что говорил, а ни хера не ответил, а этот даже так делать не умеет, то есть это такого самого мелкого пошиба чиновник, что он даже не умеет воду лить, это вообще чего очень... говорят, сегодня не... сказал? Радаев-то? Да. Да, и потом Радаев, вот везде человек успевает, такой он прям передовик, тружник. Принимать людей он не успевает, зато успевает в Думе вещать. Мы вот сегодня сказали, что очень это выглядело как в третьей части «Звездных войн», когда там император вещал и говорил, что значит, республика теперь будет первым галактическим, первой галактической империей. Вот, то есть он должен стоять на такой возвышенности, Радаев, в Думе, в плаще, в таком длинном, с капюшоном, и вещать. И сегодня он выдал замечательную фразу. Вот я боюсь переврать, но, по-моему, она звучала так, что сложные ситуации в округе осложняются сложными обстоятельствами. Как-то так он что-то выдал. После этого сделал такую длинную паузу. Ну, мы предположили, что он, наверное, пытался сам понять, что он сказал-то, собственно говоря. Вот, такая длинная пауза была, и никто не знает, что делать, хлопать ему или там, или плакать, или что, или смеяться, может, он пошутил. И где-то в конце какой-то один, я не знаю, кто это был, какой-то один человек громко захлопал, три раза ударил в ладоши, весь зал на него посмотрел испуганно. Так, ну, дурак. Да, он там чуть под стол не залез, и Радаев продолжил, в общем, свое вещание, рассказывал про дороги, сказал, что в Саратове год дорог выполнен полноценно. Вот как раз, вот сегодня как раз в Саратове провалился в яму, это, видите, в большую достаточно яму, провалилась мусорная машина, представляешь, КамАЗ целый, вот, и его вытаскивали, никак не могли при помощи тягачей, в общем, тянули, как того бегемота из болота. И вот говорят, все нормально, с дорогами прекрасно, рядом с аэропортом, в центре города фактически. Но вот 650 миллионов на дороге, говорят, перечислили, а предварительная информация была, что будет 1 100 000. Да. Потом сказали 1 000 000 000, теперь 650, я думаю, там еще уже попилить успели, еще в полете, деньги летят, а это... в полете пилят. Ну да, речь же шла о том, что федеральные СМИ, федеральная... Короче, из федерального бюджета выделили 1 000 000 000 на дороге в Саратове, ну, конкретно. Да. И что ты говоришь? Ну и в общем-то да, сказал Радаев, что у нас полноценно выполнен год дорог. И да-да-да, и вот там значит, его начали хвалить, а он такой, значит, человек серьезный, Радаев, серьезный человек. Он говорит, меня хвалить не надо, вы мне, говорит, наоборот, какие-нибудь провокационные вопросы задавайте. И вот все провокационные вопросы заключались в том, как же удается Радаеву быть таким великолепным, таким прекрасным. То есть люди выходили и говорили, ну мы-то думали, что лучше некуда, а вы еще, значит, нас удивляете. Да, дальше некуда. Да, дальше уже, мы думали, все, мы на вершине, мы на пике эволюции, на пике человеческой жизни. Оказывается, вы еще дальше нас ведете. Как у Джека Лондона «Время не ждет» произведение, там паренька, который быстрее всех передвигался, по Аляске звали «Время не ждет». У него кличка такая. У Радаева будет кличка «Дальше некуда». Радаев «Дальше некуда», да? Рыдаев «Дальше некуда». Очень весело, конечно. Вот не только в Саратове так хорошо,
Вот в Барнауле тоже неплохо. В Барнауле сегодня в Нарнию ушла вот такая иномарка. Совсем вот. Я так понимаю, что граждане, слава богу, не пострадали. Ну, или, по крайней мере, не сильно. Вот. И дальше произошло тоже веселое событие в Барнауле, которое может войти в книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан кипятка, но практически как в Йеллоустоуне. Прорвало трубу. Вот мы такую фотографию видим. Прорвало трубу. И вот напор выбил окна на 9-м этаже, причем это напор кипятка, вот тут тоже видно, такой нормальный, то есть можно смело заносить в книгу рекордов Гиннесса. А представляешь, людям вышибает на 9-м этаже, но не только на 9-м, а понятно, что и на 8-м, и на 7-м вышибает окна, туда напор идет кипятка. Вот хорошо, если у них в этот момент пожар случился, раз и потушил вот так. А если они сидят там с детьми, уроки учат, там детишки пишут, вдруг бах, вылетает окно, туда кипяток начинает залетать, представляешь? То есть вот в такой ситуации что делать, а? Просто безумие какое-то. Вот это Барнаул, то есть там не хуже, чем в Саратове, в Барнауле. Администрация подмосковного Раменского нафотошопила песок в песочнице. Да, вот такую вот фотографию тоже прислали, что жаловались в этом, в Раменском, что нет песка в песочнице. И прислали фотографию, что-то она у нас не прошла, где нет песка. Ну, на этой же фотографии на фотошопе или вот такую кучу песка в администрации повесили на сайте, что видите, вот песок мы туда накидали. Ну, на самом деле накидали в интернете. То есть вот что значит информационный мир, где важнее сделать там, в информационном мире, чем в жизни. Это интересно. Ну, это, в общем-то, можно использовать и к предыдущей новости, мы сегодня обсуждали. Можно этот фонтан, который там бьет людям в 9-й этаж кипятка, можно его в фотошопе просто замазать вот, и выложить, что ликвидирована авария, все коммунальное. Или сделать фонтан денег. Да, кстати, очень хороший. На фотошопе там фонтан денег и все. И отчитаться, что... Раздали. Раздали, да. Благотворительный фонд. Отключение света в Крыму произошло из-за внештатной ситуации. В Крыму отключили свет, причем я так, наши зрители написали из всего Крыма, отовсюду, то есть везде было отключено. И вот в Севастополе, то есть два субъекта федерации, Севастополь и Крым, были обесточены. Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Евпатория, Джанкой, Красногвардейский, там, ну, в общем, куча районов. И что же произошло? Я напоминаю, значит, что 11 мая Владимир Путин включил последнюю нитку энергомоста, и нам сказали, что будет вообще все великолепно, в Крыму никогда не будет отключаться электричество. И тогда 12 мая, я напоминаю, вот правда я также одет, но можно посмотреть это на 43-й минуте, 12 мая, мы говорим вот такие вот слова. Вопрос такой, что отключений в Крыму теперь не будет? Вот кто может гарантировать, что там не будет отключения? Давайте поспорим, что еще до ближайших выборов, которые там собираются осенью проводить, там будут отключения. Я больше чем уверен. Причем веерные какие-нибудь эти аварии, ну потому что так это устроена система. И они рассказывают, вот этот энергетический мост они провели, как будто они реально какой-то мост построили там. Кабеля бросили, представляешь, это энергетический мост они провели. Это такая заслуга колоссальная. Энергомост в Крым заработал на... Да, вот такие вот слова мы говорим и очень сомневаемся, что, значит, не будет отключений. И, в общем, готовы спорить тогда, ну, а теперь тем более, то есть, что это не последнее отключение. Что же произошло? Вот я сегодня у Сережи спрашиваю, Сереж, говорю, как ты думаешь, почему отключили? Он мне говорит, куница перегрызла. Ну, в принципе, так оно и произошло. То есть, официальная версия, ни больше, ни меньше, было нарушение правил дорожного движения, произошло ДТП, и грузовичок перебил провод.
Этот какой должен? Я, конечно, не особый электрик. Что, у меня только военные, одна из военных специальностей, прожекторист, электромеханик. Но я все равно понимаю, какое же должно быть сечение провода, чтобы он питал весь Крым и Севастополь. Я не знаю, то есть это жить так, жить за провод. И причем еще мне интересна ситуация. Путин 4 очереди запускал. Помните, там то одну очередь энергомоста, то другую, то он приезжал запускать, то он по скайпу запускал и так далее. Перерубили одну линию. Ну, я пусть согласен, ДТП, грузовик, а где еще три? Ну, одну линию перерубили. Туда притащили 4, одну перерубили. Ну, чистая арифметика, первый класс. Где еще три линии? Почему во всем Крыму не было электричества из-за того, что грузовик куда-то в одно место въехал? Это что, это бред какой-то. То есть с точки зрения энергетической безопасности и вообще технологии не может быть какого-то конкретного места, откуда питаются все, все питается, если это не электростанция. Ну да, стоит электростанция, подпитываются все от нее. Но это же не какие-то 4 моста, ну, я так понимаю, 4 провода туда притащили. Вот у меня такой вопрос возник, причем возник только что. Вот есть совершенно серьезный случай, когда у нас на мосту Саратов-Энгельс человек очень активно фотографировал закат, и к нему подошли полицейские, то есть их кто-то вызвал, они приехали и спрашивали, что он там фотографирует. Вот. Ну, казалось бы, глупость, да, они сказали, что это стратегический объект, и он может там фотографировать какие-то опоры там секретные и так далее, вот. Ну, как бы глупость и глупость, но с другой стороны, понятно, мост — это стратегический объект, он там связывает Саратов и Энгельс, ясно, что в случае там какой-то аварии, это там федерального масштаба вопрос. А вот этот энергомост, он объект федерального значения, это конечно, стратегический 100%, объект? Конечно, 100%, да. 100%. А как вот у меня возникает вопрос, как так произошло технически, что кабель смог переехать, значит, вот этот автобус. Это же хрень, понимаешь? Ну, ты же понимаешь, ну, я понимаю. Это мы понимаем, что нет такого провода, что этот провод должен быть такого размера, что любой грузовик об него разобьется и такой добела раскаленный, да. Потому что пока еще никто не придумал, не, ну, в таком, я имею в виду, промышленном варианте сверхпроводимость, да. То есть, значит, там очень много линий. А если очень много линий, значит, гибель даже одной целой линии, она приведет просто к тому, что переключат и все. И будет все работать. Но, видишь, этого не случилось. И поэтому, наверное, вот ты сегодня нашел, как это сайт называется, «Отдам даром», да? Да. Вот. Сереж сегодня покопался на сайте «Отдам даром», и человек из Севастополя отдает даром портрет Путина, сделанный из янтаря, стоит он там что-то 25 тысяч рублей, вот, но человек на еду его хочет этот портрет поменять, ну, логично, то есть лучше покушать, чем любоваться на эту харю, я думаю, что каждый прекрасно также понимает, не, ну, кто-нибудь может купит там каким-то ядросом, подарит, что вот смотрите, у вас Путин есть из янтаря. А в Херсоне, написали тоже вчера, в 16 часов люди видели облако в виде лица Путина в Херсоне. То есть, и наверное, свят-свят стали свечки ставить, крестный ход надо проводить там сразу, потому что, ну, ничего хорошего это точно не предвещает. Вот можно запомнить, Херсон — лицо Путина, можно прям ждать негатива в ближайшее время, или, я говорю, там надо прям незамедлительно крестный ход с какими-то батюшками там все полить. Причем всех конфессий туда пригнать, может, какая-то выстрелит, да. У нас Собянин, ну и до этого Лужков очень любили разгонять цементом тучи, да, но не цементом, а каким-то порошком. А тут можно святой водой разгонять облако в виде Путина. То есть самолет распрыскивает святую воду, чтобы это облако растворилось. Да, и вот при всех этих вещах, самые главные новости все-таки на Life News. Я посмотрел новости, включил, что-то
переключал, включил на Live News. Иногда я залазю, чтобы удивиться очередной раз. Так вот, главная новость – это плохие датчане, которые в Санкт-Петербурге смотрели матч, а потом начали по всем углам писить. Их засняли на мобильник, они пьяные. Представляешь? Какая новость для Санкт-Петербурга и вообще для России, что кто-то обдул углы какие-то. И потом они зашли, мало того, и требовали, чтобы они вышли из автобуса. И это болельщики, которые не вышли, не наваляли никому. Представляешь, то есть они должны были выйти, просто всех перебить сразу и все. Но они болельщики, а они сидели и грустную песню там пели. О чем речь вообще? Это главная новость Live News. Большое количество атмосферных осадков стало причиной схождения оползней в центральной части Шри-Ланки. Ну, видишь, то не только в России проваливаются в Нарнию. Ну, вот в Шри-Ланке закопал 180 человек, да, вот, и оказали. Ну, пока, кстати, неизвестно, сколько там, в общем. В сети. Не будем говорить, сколько. Ну, в общем, погибли люди. Снесло там оползнем очень много всего. Ну, где-то засуха, где-то ливневые дожди. Так мир устроен. В сети появилось фото и видео ДТП, в котором автобус с военнослужащими вооруженных сил России упал в пропасть Южной Осетии. Да, ужасные, конечно, фотографии вот это и видео страшное. Ну, то есть, с такой горы летел и потом в бетонный отбойник вмялся. То есть, если предположить, что вот, ну, я не думаю, что кто-то вот эти вот тесты ставил на автобусах, разгонял их и бил в бетонные отбойники. Но вот машины, которые сделаны так же, как этот автобус, ну, по крайней мере, то есть из тонкого железа там, с какими-то вообще. Ну, фактически, вот этот пазик, на самом деле, это автобус, который делали в свое время после войны из фанеры. То есть, было много авиационной фанеры, она никому не нужна была, вот из этой, ну, потому что уже самолеты начали из алюминия делать. И вот из авиационной фанеры делали вот такие автобусы. Потом вот эту авиационную фанеру на железку, фактически, такое кровельное железо поменяли, вот получились. А основа внутри то же самое, только вот снаружи не фанера, а железка, и все. Поэтому такой гроб на колесиках, и при ударе, ну, как говорят специалисты, в бетонный отбойник под углом 90 градусов на скорости 50 километров в час, ну, практически гарантирована смерть. Представляешь? Ну, по крайней мере, тех, кто сидит впереди. А это он летел с горы, шлепнулся, еще не все погибли. Это удивительная совершенно вещь. 4-летняя девочка выжила, выпав из окна 8-го этажа в Ростове-на-Дону. Да, и вот это продолжается. Мы вчера такую новость не объявляли, ну, потому что это уже как-то обычная картина. Да? Вчера тоже ребенок упал, поэтому смотрите, за детьми вот идет волна, дети падают. Причем каждый день по несколько. И из больших этажей. Смотрите очень внимательно, потому что когда идет волна, это как какое-то массовое безумие. Я не знаю, почему это происходит. Может, солнце там как-то светит. Может, еще там какие-то электромагнитные волны. Может быть, я не знаю, какое-то возмущение внутри Земли. Ну, мы дети Земли и дети космоса. Мы воспринимаем все это и действуем там. Почему дельфин там выпрыгивают на берег все вместе, да? Или там киты все вместе. Смотрите за детьми. Сегодня в Энгельсе тоже покончил жизнь самоубийством 15-летний юноша, да, то есть школьник. И, в общем-то, говорят о том, что у него там какие-то проблемы были с учебой, не хотел он учиться и получил, вчера, я так понимаю, вчера или позавчера он получил 2 пятерки, что для него было очень удивительно, и на следующий день покончил жизнь самоубийством, вот, то есть оставил предсмертную записку, но содержание ее неизвестно, сейчас мы знаем, что очень за это как бы взялись, да, за то, что СМИ нельзя писать там содержание предсмертных записок, нельзя писать, каким образом покончил жизнь самоубийством, если речь идет о детях, да, то есть о тех, кто не достиг 18-летнего возраста. Но, тем не менее, вот тоже как бы вопрос о том, что дети, конечно, у нас в большой опасности находятся. Тут написано, что Тимур сказал, что АК-47 создал
Хуга Шмайсер. Ну, мы этот вопрос обсуждали, и я показывал и АК-47, и МГ-43, да, или тогда был МГ-44 у меня в руках, я уже не помню, что. Вы можете погуглить, посмотреть, где я показываю тот и тот. И, ну, в общем, оба образца и сравниваю. Ну, это абсолютно разное оружие. У оружия общие принципы, но это не значит, что это одно и то же. Да, смотрите, есть хорошие. Ну, я думаю, что кто-то, может быть, даже вырезал в виде этого, ну, какого-то ролика. Да, это было 2.5 года назад, еще на Юстриме мы тогда говорили. Юстрим, от до Юстрима на Д, как он назывался, ресурс этот. Да, я понял, о чем речь, но да, не помню, как он назывался. Ну, погуглите, наверняка есть. Да даже на Ютубе можно эту запись найти. Нет, не точная копия Штурмгевера. Вот я там показываю, прям реально. Это совершенно разные вещи. В детсаду в Воронеже 12 детей отравились грибами на прогулке. Да, вот видишь... Какая-то странная ситуация. Мы видим, что в этих детских садах особое внимание детям никто не уделяет. 12 человек съели грибы, и никто этому не воспрепятствовал. Сейчас они все в больнице. В Воронеже неизвестный убил мужчину и женщину и ранил ребенка. Меня этим Штурмгевером тут прям запарили, честно. Я говорю, посмотрите видео, там я все это разбираю. Совершенно разное оружие, абсолютно разное. Нашли ребенка на лестничной площадке с телесными повреждениями в области головы. Зашли с ним в квартиру, а там родители убиты. В общем, продолжаются вот такие вот веселые в кавычках новости, когда целыми семьями убивают. В Подмосковье в драке погиб актер Андрей Мальцев. Да, вот тут мне многие скинули, исходя из фамилии актера. Я не знаю, кто это такой. Снимался он в сериале «Солдаты». Я этого сериала не смотрел. Я так понимаю, что эта драка была какая-то в кафе. И пишут, что из-за официантки, и что убийца уже задержан. Более того, он уже арестован. Как, да, всегда пишут, что поп Мальцева там обидел. Помнишь, видео нам присылали. То, ну, тут нет ничего смешного. Погиб человек. Да, ты хотел что-то сказать? Да, я хотел извиниться. За что? За то, что я несколько минут назад забанил нескольких человек, которые написали, очень активно писали, что Мальцев умер. Я думаю, ну, обычные тролли достаточно часто пишут, что это двойник Мальцева, это клон. Вот так. Люди пишут, что Мальцев умер. А разбавить можно? Мы постараемся уж, извините, мы не знаем. Да, вот убил несколько человек, и говоришь, ну, извините, ну... На офис в центре Москвы напали 5 неизвестных. Да, причем странно, они никого не грабили, они напали, кого-то избили, и на этом все закончилось, в общем-то. Суд в Петербурге арестовал националиста Дацика после рейда по борделям. Ну вот, ну это как бы ожидаемо. Да, мы говорили о том, что Дацик арестует, вот его арестовали, ну... Я думаю, что новая власть его освободит. В любом случае, он пригодится. Такие люди нужны. Особенно для новой власти. А эта власть его очень сильно боится. Ты прав, вот говоря о том, что он не боится никого, этот Дацик, а поэтому его боятся, да, все. Да, абсолютно точно. Честно говоря... Вот разбанить можно, есть такая функция, пишет. Мы найдем. Ну, мы постараемся, найдем и сделаем. А вот открыта охота на Мальцева в духовном мире. Да, я знаю, вы абсолютно правы, но будет в потьмах ходить эта охотница. В потьмах будет ходить, поверьте. Я это знаю. Да. Неизвестные избили дворника арматуры на юго-востоке Москвы. Ну, тоже и непонятно, какой национальности дворник, если он вроде как азиат какой-то, да, скажут, что это какие-то вот там фашисты сделали и так далее. Ну, надо больше информации, больше информации.
подпольное казино обнаружено в небоскребе Москва-Сити. Только одно. Я думаю, все Москва-Сити, одни сплошные казино. Ну, в Москве там какое безумное количество казино. Я так понимаю, что их особо сильно... Вот человеку даже не надо быть сыщиком большим, чтобы обнаружить казино в Москве. Вон, откройте интернет, какие-то специальные у них форумы, чаты, там они общаются между собой, там сколько хочешь. А тут вот одно казино нашли. Какие молодцы, а? В исправительной колонии номер 9 Ульяновска скончался 62-летний осужденный Константин Лесков. Сережа вот увидел интересную, подметил закономерность. То человек должен был быть освобожден, а в результате в этот день сообщили родственникам, причем освобожден решением суда, насколько я понимаю, да? Да. А родственникам сообщили, что он погиб. И у него травмы, сломан нос, уши, гематомы, там, ссадины и так далее. Странная совершенно ситуация, но для российской тюрьмы вполне рядовая, обыденная. То есть, когда отдают тело, да, юноши, который... не смог отбыть из прав работы, потому что сломал ногу, да, или руку, что он там сломал, его загоняют в тюрьму, а из тюрьмы отдаются отрезанной головой, пришитой нитками, и говорят, что он умер от сердечного приступа. Это охренеть не встать. Ну, еще там интересная ситуация с этим заключенным в том, что его, правда, вот почему-то не указывают статью, по которой его осудили, но его осудили на 8 месяцев колонии строгого режима. Я, например, впервые сталкиваюсь с таким сроком и с колонией строгого режима. То есть, если меньше года, как бы... Ну да, смысла нет давать меньше года, я согласен с тобой. Я понимаю, колонию поселения сажают там людей на полгода в колонию поселения, вопросов нет. Но в колонию строгого режима на 8 месяцев, это что ж он сделал настолько строгого и при этом настолько несущественного, что его посадили в колонию строгого режима на 8 месяцев? Да. А как-то объяснили его смерть? Ну как, не знаю, будем ждать информации. Как. Померла, так померла, как объясняю. В Оренбурге уволено 6 полицейских из-за дела об изнасиловании участкового. Ну, это старое дело, но я так понимаю, что их вот только уволили. Там у них в прошлом году был какой-то корпоратив. Озеро. Да, и вот не участкового изнасиловали, но это специально пишут для того, чтобы привлечь внимание. Участковый инспектор, я так понимаю, по делам несовершеннолетних, женщина, и что-то она вот через некоторое время ей взгрустнулась, и она заявила уже после, через время, что как вот с ней какие-то насильственные действия сексуального характера производили эти полицейские, долго разбирались, теперь всех уволили. Ну, а как вы считаете, может такое быть, что и не было никаких насильственных действий? Нет, насильственных действий, я думаю, 99%, что не было, что это как... Ну, я работал сам в милиции, никого не хочу обижать, но надо, чтобы кто-то вот инспектора по делам несовершеннолетних изнасиловал. Ты, инспектор должен очень сильно постараться, просто сильно-сильно, потому что, ну как это... Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Не, ну на самом деле, конечно, это может быть. На самом деле все случается, но практика показывает, что особо долго инспекторов уговаривать не надо. Так что, ну я что, я правду говорю, зачем мне вот... Конечно, мне сейчас скажут, вот ты, Мальцев, козел, там такие, обижаешь людей. Никого я не обижаю, я стараюсь... говорить правду по возможности. Если я не могу сказать правду, ну, в силу каких-то там этических обстоятельств, ну, я как или намекаю многозначительно, ну, это очень некрасиво, мне кажется, или просто тогда промолчу, да? Странно, их меру пресечения избрали, увольнение, это же уголовное дело, как бы, их должны либо посадить. Ну, нет, ну, это уже как-то дисциплинарное взыскание, это скорее наказание их, и... Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что мы еще услышим про это дело и неоднократно. В Тюменской области проводится проверка по факту гибели молодого человека и несовершеннолетней девушки. Да, вот какие-то парень и девушка погибли, несовершеннолетние, да, и вот в Тобольске. А
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о подстрекательстве подростков к самоубийству через группы в социальных сетях. Представляете, вот кто виноват в том, что такое количество среди подростков самоубийств? Социальные сети. Вот оказывается, кто виноват. Не путинский режим, не вся эта мразь, это соцсети. Тогда вопрос вам, ребятки. А вот соцсети, они же везде есть, по всему миру. Да? Может, только в Антарктиде нет, а то и то. Там есть на каких-то станциях. Да? А почему-то самоубийств среди юношей, вообще детей и молодежи столько, сколько в России, везде? Нет. Это исключение, такое количество самоубийств. Соцсети есть везде, а самоубийц только нет. Так о чем это говорить? Наверное, не соцсети виноваты. Наверное, вы, козлы, виноваты, сволочь. Или это злобные агенты Госдепа? Да, вот ты знаешь, как я говорю, вот, они требуют ответственного отношения к интернету. Вот эти безответственные ублюдки требуют ответственного отношения к интернету. Я вспоминаю сразу же Хантера Томпсона, который ну, и написал, и в фильме об этом говорит. Джонни Депп, так сказать, голосом Джонни Деппа, говорит, что нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем человек, обнюхавшийся эфира, да, то есть эфирный зомби, он говорит. Я утверждаю, что есть. Более беспомощное, более безответственное, испорченное, это власть в России, это путинский режим. Ни один эфирный зомби настолько не беспомощен, не безответственный, не испорчен, как путинский режим. Это я абсолютно вот могу, блядь, об заклад биться. Центр Э не нашел признаков экстремизма в видео Ольги Ли. Не, ну это понятно. То есть с Ольгой Ли и Центром Э неохота связываться и всем остальным. Зачем? Какой смысл? Они, если будут ее трамбовать, они ее будут только раскручивать. Да? Вот Навального трамбует, и в результате обратная реакция. Да? Поэтому, тем более, за высказывание депутат, как мы помним, не несет ответственность. У депутата неприкосновенность. Поэтому, в общем-то, они пошли по мягкому пути. Я, хотя не знаю, я уверен, что есть и другая линия. То есть, это вот линия такая, грубо говоря, соглашательская, чтобы все, ну и нафиг. А наверняка есть какая-то и другая такая оголделая, которая, нет, надо давить, там, трамбовать и так далее. Посмотрим, чья линия победит. В Кемеровской области на священника завели дело об экстремизме. Да, именно на священника гея, который нарисовал свастику, да, там где-то в социальных сетях. Ну, что творится вообще? Какая-то жесть просто. Священник гей, свастика. И у меня такое ощущение, что вот они выискивают это, вот эти вот эшники там, эшники и все остальные, для того, чтобы подать средствам массовой информации. Я думаю, что у них какая-то задача такая, да, там, вот что они Life News должны давать какие-то жареные новости, там, я не знаю, Первому каналу жареные новости. Ну, вот абсолютно жареная новость для этого. Ну, нарисовал какой-то священник гей свастику. И чё? Ну и чё случилось-то? Какая общественная опасность в этом есть? Нет, надо вытащить. Но именно для новости, для священника, гея, экстремизма, свастики и так далее. Чтобы уже мозг взрывался у людей. Чтобы там какие какой там этой социальной политике там говорить. Да и о чем тут, когда у нас вон у нас что есть. О чем тут можно говорить? О каких ценах на хлеб там, и так далее, на энергоносители? Гей-фашист, да, вот священник гей-фашист, это точно писали. Ну просто мозг взрывается уже. Шарли Эбдо нарисовал оскорбительную карикатуру на итоги Евровидения. Итоги Евровидения и карикатура вот так выглядит, значит, да, вот. И причем там написано, что победила
политика опять победила политика, искусство победило политика. Ну, смешная карикатура, на самом деле, мне понравилась, я поржал немножко. Но это дело вкуса, опять же, вот сейчас там всех собак и всех свиней натравят на это Шарли, это дело вкуса. Каждому, как говорится, свое, так что. МИД РФ ждет извинений от Евроньюз за материал о депортации крымских татар. Да, представляешь, вот Захарова заявила, что крымских татар в 44-м году депортировали 200 тысяч, представляешь, а вот эти в 10 раз больше написали, а поэтому она требует, чтобы Евроньюз извинился. Ну, материал уже поменяли. И вот тут Захаровой вопрос. Я не понял. Ты Захарова крымских татар депортировал? Ну, почему перед Захаровой должны, ну, ошиблись они, к примеру. Ну, даже они сознательно это написали, потому что злодеи. Перед кем они должны, Захарова, извиняться? Перед тобой должны извиняться? Перед Путиным? Путин крымских татар депортировал? Кто депортировал крымских татар, а? Депортировал Советский Союз. Сейчас есть Советский Союз? Сталин депортировал. Сейчас есть Сталин? Или они правопреемники Сталина? Захарова правопреемник Берии. Почему перед Захаровой Евроньюз? Вот вы мне объясните, должен извиняться, я не понимаю. То есть она депортировала, говорит, да нет, да я только 200 тысяч депортировал крымских татар, а они написали 2 миллиона, какие они сволочи, пусть извиняются. Что у человека в голове? Калинка-малинка, которая она пляшет. Ты мозг включи, Захарова. Мозг, как подонки пишут. Представляете глаза Берии, если бы он увидел, как Калинку-малинку танцует Захарова в своей должности? Да, я думаю, он сильно удивился. Да. Министр обороны Греции Панас Каменос отметил, что найден первый фрагмент тела с пропавшего авиалайнера Airbus A320 компании Egypt Air. Помимо этого, как стало известно, обнаружена часть сиденья. Да, вот исламское государство взяло ответственность за крушение египетской, значит, самолета египетской авиакомпании. Я думаю, что что в любом случае, кто такие исламское государство? У них что, есть внешнеполитическое ведомство, есть министр иностранных дел, который абсолютно ответственно заявил, что мы взорвали там этот. На самом деле нет, какой-нибудь ушлепок позвонил, говорит, а мы это, ИГИЛ, мы взорвали там этот самолет и так далее. Поэтому я не думаю, что к этому нужно относиться серьезно, к их заявлению, но как бы учитывать его обязательно надо. Но вот я говорю, странное совпадение. В прошлом сезоне падает российский самолет и минус туризм в Египет, по крайней мере из России, там Беларуси и так далее. Теперь падает самолет из Франции. Ну, правда, египетский, но из Франции. И теперь что? Весь остальной туризм минус будет. Как-то странно, вот к сезону он упал. То есть Египет начал восстанавливать вот эти туристические потоки, падает самолет, и они опять будут уменьшаться, эти туристические потоки. Ну, посмотрим заключение. Мы уже говорили, что нет ощущения вот того, что это был теракт. Потому что как какой-то странный теракт. Летел самолет в Каир. Я так понимаю, что это рейс не туристический, что это рейс каких-то людей, которые там дела летели делать, какие-то коммерческие там, и так и далее. Пишут нам уже не первый раз, но мы об этом говорили. Давайте, наверное, еще раз скажем. Пишет нам следующее, что Камикадзе Ди, блогер известный, назвал зрителей артподготовки терпилами и дебилами. Слава, твой ответ. Ну, конечно, мы понимаем... Мы уже отвечали, да, на это, он не... Ну, да. Ну да, на самом деле мы, конечно, понимаем, зачем такие комментарии пишутся, и ясно, что, очевидно, ясно, что изменена, в общем-то, фактура того, что было сказано, и пишется для того, чтобы столкнуть нас лбами в очередной раз, в принципе, с человеком, с которым мы одной идеей, в общем-то, да, занимаемся, да, но в той или иной интерпретации ее, и для тех, кто, может быть, не в курсе.
Человек сказал дословно, буквально дословно следующее, что если вы сидите на диване и ждете, что какой-то мнимый там человек, не знаю, Мальцев или кто-то еще в какой-то определенный день придет и все изменит, а потом вы красиво заживете, то вы дебилы и терпилы. Правильно? Ни бог, ни царь, ни герой, да? Собственно, с чем мы должны... Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Так оно и есть. Члены ИГИЛ выдумали новую изощренную казнь. Да, теперь они людей растворяют в азотной кислоте. Ну, мы говорили, то, что они как бы стараются работать на вот на YouTube фактически. Ну, вот такой вариант с азотной кислотой. Мы даже как-то обсуждали, какие вот варианты. Эдик тогда сказал, что не надо обсуждать, потому что они там подслушают. Я еще тогда сказал, что ну а что они подслушают? Это, я думаю, что у них есть креативные, так скажем, в кавычках, люди. Они сами придумают, как это сделать. Слушайте, это будет, наверное, первая страна в мире, у которой треть ВВП зависит от дохода на Ютубе. Да. И при этом таким образом он достаточно интересно завоевывается, этот доход. Слава, брат Киселева. Это поворот. Редакция New York Times пишет: на данный момент США и Россия предлагают сбросить продукты и другие объекты экстренной помощи с воздуха, если сирийский президент Башар Асад не разрешит грузовикам доставить их в осажденные города. То, о чем вопрос, который мы уже касались. Помнишь, что еще перед 9, кажется, мая, я уж не помню, ну вот несколько, пару недель назад вставал вопрос, что только два осажденных города получают продукты питания, медикаменты и так далее. Все остальные в кольце, все остальные находятся. И российские СМИ не писали, что это кольцо. Мы тогда, в общем-то, ответственно заявили, что это войска Асада не пускают. Так оно и есть. Так вот, они продолжают не пускать туда, в эти осажденные города. И вот Россия договорилась с Америкой, что будут сбрасывать в эти города провизию и медикаменты с самолетов. Нафига сбрасывать, если они окружены войсками Асада? Он пропустить не может. Путину достаточно поднять трубку, но видишь, вот он играет такую кометь, валяет Ваньку фактически. Потому что достаточно было бы не слова Путина, а слова какой-нибудь шмоньки там путинской, который позвонил, сказал: слышь ты, там едут, давай пропускай, там мирный проход организуй. В Турции премьер-министром станет Курт. Ну, кстати, вот нам тоже Дмитрий написал, что вы говорили, что так можно решить проблему с курдами. Эрдоган вас услышал. Ну, даже очевидно, там же тоже не дураки сидят, как Райкин говорил, помнишь? Вот. Естественно, что если проблема с курдами, значит, какого-то надо этнического курда поставить премьер-министром. Это логично, тем более, что он у него уже работал в должности министра, и я так понимаю, что вполне управляемый и ручной. Владимир Путин. Ручной курт у Эрдогана такой, знаешь, как у господина ПЖ был любимый пацак, а это любимый курт господина Эрдогана. Да. Владимир Путин не поедет на Всемирный гуманитарный саммит в Стамбул. Ну, понятно, что он же не самоубийца, вот поедет, да, ему там кандалы надел по какой-то причине или еще что-то. Вообще, обратите внимание, Путин не сильно любит куда-то ездить сейчас очень. Он любит саммиты устраивать в Сочи, чтобы никуда не отлучаться, потому что боится, наверное, что его просто шлепнут. Что, в общем-то, логично, да, потому что весь мир боится ядерной войны, а ядерная угроза исходит только от одного господина Путина. Ну, почему бы его не шлепнуть? И вот, ну и боится, что, наверное, кандалы наденут, там предъявят всякие преступления против мира и человечности. А вполне могут. МИД России заявил о гибком подходе к санкциям против талибов. Да, видишь, вот стали талибов целовать. Я так понимаю, ну это то, о чем мы еще давным-давно говорили, что с талибами пытаются договориться, потому что
опасность от них для Таджикистана, который крышует Путин, колоссальная. То есть, если они сейчас поднажмут, талибы не будут договариваться, значит, все, кирдык этому Таджикистану, ну, по крайней мере, режиму Рахмона. А вот, ну, еще у них, значит, Захарова скажет, почему, вот она говорила про гибкий подход к талибам и не сказала, почему. Должна была сказать, уж больно чистый героин стали поставлять шельмецы, вот поэтому и надо такой к ним мягкий подход организовать. На самом деле все в порядке с, так скажем, с представителями наркомафии, к которым в том числе относятся талибы, да? А у российских властей, в общем-то, это одна сатана, как в той поговорке. Они, в общем-то, очень хорошо все это делают для себя и очень плохо для русского народа. Армянские военные сбили собственный беспилотник. Ну, что ж, бывает. То есть, как-то не согласовали, одни запускали беспилотник, а другие сбивали беспилотники. В результате сбили свой. И тут вот заявляют азербайджанские СМИ, что в Карабахе наемники воюют из Ливана и Сирии. Я боюсь, что может так оказаться, что наемники из Ливана и Сирии воюют и на той, и на другой стороне, не только на армянской. Потому что логично еще представить, что, ну да, что и как бы с той стороны тоже, с этой стороны, как может христианская какая-то часть воевать, то и мусульманская часть. А вот палата депутатов парламента Чили осудила агрессию Азербайджана против Карабаха. Вот такая вещь. Представляешь, то есть в Чили как-то люди проснулись, говорят, надо же, давайте осудим. Ну, осудили. А почему никто больше на это никак не отреагировал, только не Чили? Не знаю, ну как в Чили вот отреагировали. Откуда мы знаем? Это всегда через лоббизм, понимаешь? Это всегда через лоббизм происходит. Ну вот, наверняка в Чили есть знакомый армянин, как в том анекдоте про нашел знакомого еврея, да, и через него решил этот вопрос. Ты посмотри, ну, есть где-то там в американском парламенте знакомый армянин. Через него раз там геноцид армян. Ну, нормально, раз прошла эта тема геноцида армян, проголосовали. Через знакомого армянина, там, вот раз в Чили прошла тема, тоже проголосовали. Я уверен, что это чисто вот по этническому каналу идет. Почему? Потому что в Чили, я думаю, что никто даже и не знает, где находится Армения и Азербайджан. А это для них так далеко и вообще во всех отношениях. Ментально далеко и географически далеко и по-всякому далеко, понимаешь? Для них все там русские, вот там русские живут, вот все, что зависло, или как еще тогда писали, все, что зависло, это Россия, да. Белорусских военных отправляют в Армению. Ну, отправляют для совместных учений, но мы же понимаем, что в тот момент, когда идет рядом, не рядом, а фактически там идет война, и в этот момент учения, это некое военно-политическое действие. Я понимаю, что страны этого договора, как он там, как он называется, договор их о безопасности совместный-то. Коллективной безопасности, да, вот страны договора о коллективной безопасности, да, где там генеральным секретарем Бардюжа, да, вот они в результате как бы становятся по одну, по эту сторону, мы говорили, то есть они, хотят они этого или не хотят, они оказываются в этих окопах вместе с армянами против азербайджанцев. А Азербайджан, как бы с кем не дружил, он находится в противоположных окопах вместе с Турцией и так далее. И, в общем-то, я думаю, что напряжение будет возрастать. Почему? Потому что, ну, мы говорили вчера об этом, потому что тянут газопровод через
Средиземное море, с тем, чтобы подключить Азербайджан и питать газом Европу. А Путину, я уверен, это совершенно не нужно. Но есть некие дымовые завесы такие, что надо там Карабах защитить, там спасти армян, там я не знаю, что еще и так далее. Ну, это такая же ситуация, как у нас русский мир, укрбендеровцы и так далее. Мадуро готов расширить свои полномочия для борьбы с протестами. То есть он, видишь, пошел по тому пути, который мы ему абсолютно не рекомендовали, но который предполагали для него. Помнишь, мы говорили, что Мадуро обязательно пойдет по пути махания шашкой. Ну, не от большого ума, это самый лучший вариант ему был бы уйти в отставку. Другой приемлемый вариант – создать правительство национального доверия, там туда-сюда, ну, вот этой фигней заниматься. Ну, третий, самый худший вариант, выхватить шашку и сказать: мой народ требует, чтобы я навел порядок, и я тут сейчас всех пошинкую в капусту. Кончится это плачевно. Мы говорили, выбрал он самый худший вариант, но он, скорее всего, и закончится. Понимаешь? А если бы он выбрал предыдущие два варианта, то как бы развивались события? Ну, второй вариант, первый вариант предполагал бы то, что произошел бы перенос вот этой пассионарной энергии на выборы, на какие-то официальные мероприятия. Там, конечно, люди били бы друг другу, расквашивали бы друг другу носы, откусывали бы уши и так далее, но процесс не был бы столь кровавый. Это была бы разборка вот так, вручную, похлестать, понимаешь, за оружие никто бы не взялся. Ну, какой смысл браться за оружие, когда есть, можно прийти к власти путем выборов, там, ну, каким-то ненасильственным путем. Тем более, можно было бы, уходя, пригласить целую кучу там наблюдателей, там все что угодно, сказать, что там вот вообще все плохо, давайте контингент какой-то ООН введем, там, ну, миротворческий. Да все, что хочешь, можно было там устроить, и все пожали ему руку, сказали: ну, ты парень молодец, все, ты хорошо ушел. Другой вариант, я говорю, более сложный, более длительный, здесь работать надо, вот это правительство национального доверия, но здесь нужно быть не конфликтным, а он конфликтный. Он не сможет вот с этими правителями национального доверия договариваться, потому что он великий, как он. Он с шашкой хочет. А так вот, с точки зрения того, чтобы как-то отстраниться, поставить это правительство и между собой какой-то вот буфер поставить в виде неконфликтного человека, который, ну, способен тебя убедить принять какие-то нормальные решения, то все, тогда вопрос тоже решается. Правительство пусть работает, там пусть будут кто угодно, я не знаю, там у них полно сейчас каждой твари по паре, но главное, чтобы решить экономический вопрос, тогда будет огромное желание у людей его решать. А сейчас они живут по принципу: чем хуже, тем лучше, я имею в виду оппозиция. Зачем им нужно что-то решать? Они возьмут власть, тогда будут решать. Ну, та же самая ситуация, что и у нас. Нас же тоже этот не слышит, крендель. Мы ему какие-то послания делали, он так и не понял. Он думал, что ему инопланетяне там, наверное, в голову стучат. Ну, сейчас же поздняк метаться. Так же и Мадуро. Мадуро далеко не дура. Да далеко не дура, но вот вы увидите, что махание шашкой к чему приведет. А ты думаешь, если бы он взял один из предложенных тобой вариантов, то его бы не стали судить потом или что-то? Да это можно было бы легко договориться. Он не накосячил столько, сколько Вова. Ты что, ты думаешь, там миллиарды, что ли, своровал? Зачем его судить? Ну да, ну там были какие-то вещи, связанные там с кровопролитием, но это для современного мира минимальное кровопролитие. На это посмотрели вот так, сквозь пальцы. Я думаю, что он вполне мог договориться. И самое печальное, что человек-то он приличный наверняка, и что он как бы не пытается для себя лично что-то найти, но не видит он пути. Он попал вот как одно место в рукомойник, и если он будет выдираться, то с мясом и с кровью уже ничего нельзя сделать. Это надо было раньше делать. Он этого не понял. Ну что ж тут? В Перу среди школьников зафиксированы массовые случаи одержимостью дьяволом. Ну, классика, да, вот
для Южной Америки это вполне нормально, то есть такие вот одержимость дьяволом там. Ну, помнишь, вот, кстати, там Эдик книжки прислал, надо посмотреть, там вот как раз это «Русская мысль», журнал 1800 какого-то года. И вот там статья замечательная, надо сегодня посмотреть и прочитать про одержимых, где-то какой-то город там во Франции в 16 или в 17, в 17 аж веке там про одержимых. И кончилось там, вот описано очень подробно, как, какие были одержимые, как они прыгали с храмов, ну, в основном бабы, и как ходил священник, который их пытался там провести акты экзорцизма и так далее. И, в общем-то, в результате приехал умный епископ, который просто изолировал тех, с кого это все началось, и этого священника. То есть отправил его в дальний монастырь, этих убрал нафиг, все, и сразу вся одержимость закончилась. Вот там три бабы и один священник, он извлек вот эти корни, и все сразу прекратилось. Все перестали с храмов прыгать там и чудить. Ну, я не знаю, как там в Перу обстоят дела, но сейчас в связи с большим количеством информации получается странная очень ситуация. Представляешь, то есть с одной стороны информационный мир открывает огромное поле, а ну, для, так сказать, мозга, напитанного знаниями, представляешь, а для вот людей не очень высокого интеллекта, обладающего не очень большими знаниями, интернет открывает огромное количество каких-то мистических вещей, в общем, тащит как раз туда, в средневековье, в какое-то в мракобесие, вот в это, понимаешь, в мракобесие погружает. Поэтому вот основная масса неинтеллектуальных людей как используют интернет? Ну вот для получения мистических каких-то знаний и порнухи, и все, вот больше чего ему еще там нужно, больше там ничего искать нечего. Поэтому это вот в Перу, я думаю, выстрелило. И не только будет в Перу выстреливать, это, в общем-то, по всему миру будет выстреливать. Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днепр. Да, тут российские СМИ столько смеются. Я не понимаю, почему Днепропетровск не может быть Днепром. И, честно говоря, я не понимаю, почему Днепропетровск нужно было переименовывать. А что плохого в Днепропетровске? Ну, если уже определили, что в честь святого Петра, ну, а почему нет? Да, поэтому как-то это все... Я вообще всю жизнь думал, что Днепропетровск в честь Петра Первого назван, потом оказалось, что в честь большевика назван. Ну, я бы никогда и не узнал, если бы мне с Украины не сказали. Да? Так что, не знаю. Лавров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был сначала обсудить с Москвой проведение Совета Россия-НАТО, а не объявлять его. Да, он сказал, что вот если они хотят это обсуждать, пусть обсуждают с нами, они лезут к микрофону. Вот Лавров, почему он прикидывается все время дурачком? Он же ведь не дурачок на самом деле. Ну, я понимаю, что у него произошло такое смещение в связи с тем, что он с дебилами имеет дело, и как-то он старается вот на них походить. Вот такой вот. Но ставить перед фактом — это один из методов, используемый во внешней политике. То есть вот Лаврова поставили перед фактом. Они говорят, вот мы назначили там туда-сюда. Теперь ваш ход. Вы можете туда приехать и об этом ничего не говорить. То есть приехали и приехали. Никто не знает, что вы договаривались или не договаривались. Вы просто приехали. Откуда мы знаем, Лавров, договаривались вы или не договаривались? Мы будем уверены, что вы договаривались. Вот теперь он прокукарекал, что ага, они назначили это без нас. Он поставил себя в совершенно дурацкое положение. Он не может туда приехать, чтобы не выглядеть дураком. Он может туда только не приехать. Он абсолютно предсказуем с точки зрения внешнеполитической деятельности. Это ужасно. Представляешь, дипломат, который поставил себя в рамки. Он не может из них никуда выйти.
Зачем? Зачем они сами себе ограничивают ходы? Я не понимаю. Ну, это же не идиотская партия в шахматы, это же не поддавки. То есть это уже заведомо проигрышная позиция. Так ты сделал, ничего ты не сказал, и а, ты можешь приехать, а б, ты можешь не приехать. Ты сам выбираешь. И никто не будет пенять, что ты там унизился и прогнулся и так далее. А здесь только один вариант. Вариант Б. То есть они не приедут? Ну, конечно. А что же они? Ну, а как они? Если они приедут, не, они могут приехать. Там у них, я не знаю, и Захарова там станцует. Ну, это же сколько надо вынюхать кокс, чтобы такое учудить. Как вот с точки зрения вообще нормальной, с точки зрения дипломатической, можно выкинуть такой номер? То есть сказать, вы нас унизили таким своим действием, но мы все равно приедем. Это что за фигня такая? Путин отверг тезис о готовности продать Курильские острова. Да, Путин такой выступил, мы посмотрели, прям специально сказал, что Россия ничего не продает, но готова купить многое. Да, такой вот он так. И он думает, что он такую умную мысль сказал. Вов, ты думаешь, что ты умную мысль, да, сказал. Вот все продает, нефть, газ, Китаю землю в концессию, да, причем... Обрати внимание, Вова, когда это говорил, очень сильно нервничал. Он понимает, что все, вот он понимает, что все понимают, что Курильские острова сливает он. Сливает. Но больше всего меня в этой ситуации удивило, вот насколько они понятны им для меня. Вот Вова и все вот эти вот ребята, вот, которые рядом с ним, такие понятные, даже не представляешь, вот какие-то. Вот Вова говорит, и он думает, что он сказал что-то умное, то, что ему написал какой-то Громов. Вот эту вот фразу, я ее повторю. «Мы готовы купить многое, но ничего не продаем». Это, блядь, какая сила, да? И вот Громов, который это написал, он же думает, наверное, что никто не знает, откуда эта фраза, да, что он такой умница, такой, вот он там туда-сюда, понимаешь, что... Получается, что он читает такие книжки, этот Громов, которые другие не читают. Вот я докладываю, откуда эта фраза. Есть такой шеститомник, «Тамплиеры» называется. Это фэнтези, на самом деле. Это, ну, хорошие, красивые книжки такие, ну, особые книжки, да. Но ничего такого там сверхъестественного, умного там нет, конечно. Ну, так интерес, такая чтиво. Это фэнтези. Псевдоним автора Октавиан Стампас, да? Вот, и, ну, это российские, там, 4 или 5 писателей, они писали в середине 90-х годов под этим псевдонимом, наверное, чтобы лучше книги продавались. Так вот, там про тамплиеров есть фраза: «Храм всегда покупает, храм никогда не продает». Вот, храм всегда покупает и никогда не продает, если быть точным, понимаешь? Это вот кто-то из там Сурков, Громов, когда-то прочитал книжку, ну, умную книжку, как он думает, такую, блядь, книжку прочитал, я, о, какой, никто ее не читал, и эту фразу Путину дал, вот, видишь, как, вот она. И вот когда они говорят этими фразами, а я знаю первоисточник и знаю, как у них работают мозги, мне иногда страшно становится, насколько они примитивны. Насколько они вот, ну, я бы не назвал их тупыми. Ну, вот есть уровень табуретки, а есть чуть-чуть повыше. Вот это их уровень. В Казахстане временно оказались заблокированы крупнейшие соцсети и мессенджеры. Да. Нет, самое страшное, что Путин этого даже не знает. Ему такие вещи пишут. То есть его уровень еще ниже, чем уровень чуть выше табуретки, понимаешь? Это вот к вопросу. Да, в Казахстане на некоторое время, вот сегодня было заблокировано ночью всякие мессенджеры, всякие соцсети, в общем, все, все. Я думаю, что проводили такие учения, а город подумал, учения идут, да, для того, чтобы там собирается народ бастовать, вот 21 числа, ну, к этому времени хотят, наверное, знать, как это все можно отключить, и чтобы народ не проник в Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, в общем, полно, Ютуб даже отключили. А нам, кстати, очень часто пишут, что в Казахстане не могут
посмотреть, плохие новости. То есть там как-то отрубают нас. Минкомсвязи планирует заблокировать звонки через Вибер и другие VIP-сервисы. Слава, завтра революция, ваше мнение. Завтра не будет революции, потому что революционной ситуации пока еще нет. Но мы надеемся, что мы и с нашей помощью в том числе она будет создана. Ну, я понимаю, Минкомсвязи хочет, чтобы с ним сотрудничали, все там какие-то вещи устраивали в их пользу, особенно сейчас, когда идут вот разговоры о том, что хранить провайдеры там должны сведения, и все, кто там есть, то есть должны сохранять сведения. Вот эти вот вайберы и всякие, как их, господи, VoIP-мессенджеры. А? VoIP-мессенджеры. Нет, да, но я имею в виду этот еще. Скайпы там и так далее. Они у них выскальзывают. Они, получается, и не те, они вроде и не операторы сотовой связи, и не их провайдеры. Понимаешь, то есть своих провайдеров они могут нагнуть, и операторов сотовой связи могут нагнуть, а этих не могут. И вот они начинают выдумывать, что делать. Ну вот. Ничего они с них не получат. И самое главное, что они их и не заблокируют. Конечно, никак. Да. Поэтому и не получит. Да, поэтому, в общем-то. Но хотят. Не, ну что-нибудь, каких-то денег они дадут. Ты знаешь, вот мы уже обращали на это внимание, что иногда они и даже идут на контакт, я думаю, какую-то информацию будут сливать. Что-то у них будет какая-то договоренность, как вот с китайцами, там же есть всякие эти договоренности интересные такие. Рособорнадзор отменил пересдачу ЕГЭ в сентябре и феврале. Да, теперь если ЕГЭ не сдал, то только через год. Видишь, все улучшают по просьбам трудящихся. Безумцы вообще, просто безумцы. Большинство россиян признают очевидность кризиса. Да, представляешь, вот земля круглая, тоже большинство признает, там вода мокрая и так далее. Вот что у людей в голове, если 79% опрошенных признает, что в стране кризис? 79%, а 21% живут где-то в Нарнии. Они не знают, что здесь кризис. В РФ хотят запретить использовать для агитации изображения умерших людей. Прелестно. То есть теперь дедушку Ленина КПРФ не сможет использовать. Представляешь, какая прелесть. Маркса, Энгельса и Ленина нельзя будет использовать. И Сталина? Сталина, ну естественно, всех умерших. Они как раз хотят Сталина использовать. Да, а портрет Немцова нельзя будет использовать либералам. Представляешь, тоже Немцова нельзя. Безумие. Вот что это такое? Вот кто такие вообще? Ну, это я так понимаю, это Лебедев, вот этот вот сынок Жириновского такой. В Госдуму депутатам-коммунистам внесен законопроект об отмене транспортного налога в России. Он заявил, что некоторые автолюбители ездят редко, а налог платят наравне со всеми. Да, казалось бы, замечательно. Идеи отменить автоналог, тем более, что уже мы платим в бензине за эти акцизы и так далее, за это, тем более мы платим за платные дороги, мы платим вот, через Платон, ну то есть фактически мы платим, потому что повышается цена на перевезенный груз, ну и так далее. Ну нет, они оказались еще хитрее и умнее. Причем вот депутат от КПРФ, что там у людей в КПРФ стало с головой, я не знаю, но он предлагает увеличить цены на бензин, чтобы был хороший собираемый налог, и цена на бензин будет всего-навсего 100 рублей. Такой молодец. За литр. А? За литр. Да. То есть это таким образом хлеб в 4 раза. Не, я саму инициативу не читал. Это как СМИ пишут, сколько он там предлагает, я не знаю, но он предлагает увеличить. А это значит, насколько бы он ни предлагал увеличить, это увеличивается хлеб, это увеличивается молоко, масло, ну, в общем, все, что мы едим, носим и так далее. Все, что возится, все, что сеется, все это делается при помощи горючего. Это безумие какое-то. Да ну что ж, товар... вот пишут, ватники кайфуют. Да, ватники должны кайфовать. Да даже за китайские товары увеличится цена, потому что их же тоже перевозят. Конечно, на все абсолютно.
В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу административных штрафов. Ну, что ж, вот, я говорю, это такое ощущение, что депутаты соревнуются в игре, кто сделает русскому народу большую пакость. Вот кто русскому народу сильнее насрет, да? Вот молодцы такие. Административные штрафы теперь будут зависеть, ну, как планируют они, я не думаю, что это пройдет, но вдруг, если пройдет, у них, в конце концов, любая подлянка проходит, будет зависеть от того, какая у человека заработная плата. Если большая, значит, и штраф больше. А если маленькая, значит, и штраф меньше. А если нет зарплаты? А? А если нет официальной зарплаты? Ну, значит, там есть какой-то будут минимум устанавливать. И, поверьте мне, те, кто получает большую зарплату, им сразу станет вообще невыгодно. Налоги они увеличили. Ну, их нафиг, они... Лучше будут минималку этот мрот, да, получать, и все, и нафиг ничего не нужно. Поэтому я не думаю, что они от этого получат больше. Я думаю, что они от этого получат гораздо меньше. ЦБРФ в 2016 году планирует сохранить... Вот, извините, мы платим, а получаем только развал страны. Вот потому, что мы платим, поэтому получаем развал страны. Это то, о чем я говорил. Если бы этим упырям мы не платили, а давно бы... По шее, шею намылили, мы бы никакой развал не получили. Именно из-за того, что ручные люди, это вот как раз то, про что говорил Камикадзе. То есть сидят ровно на попе и все, а что делать? Я один. Центробанк в 2016 году планирует сохранить динамику сокращения штата на уровне 2015 года, когда было сокращено 2400 сотрудников. Да, и вот динамика такая же. Тогда был 2400, и сейчас 2400. То есть не увеличили, да, и сколько же у них там интересов сотрудников в Центробанке, если они в год могут по 2400 выкидывать сотрудников, и нормально у них все получается. Половина жителей России стала экономить на продуктах. Самое смешное, что... Это писали и в 2005, и в 2008, и в каких только вот годах не писали. И вот две трети россиян начали экономить на продуктах. Это в 2015 году российская газета, 27 июня. И половина россиян урезали расход на продукт 13 февраля 2015 года. То есть это постоянно такие заявления. 51% экономит на продуктах. Я уверен, что это ложь полная. Экономит на продуктах 95 или 7% россиян, да, а то и 99%. Потому что даже люди, у которых есть средства, которых называют средний класс, они экономят на продуктах, стараются... Ну, только варианты экономии разные бывают, да, то есть один вариант экономии, это когда приходит и пофигу что взять, лишь бы это стоило дешевле, да, это один вариант экономии, а есть другой вариант, когда приходит, ну да, там что-то есть какие-то супердорогие продукты, которых хочется, и деньги на это есть. Ну, жалко столько денег тратить на эти продукты. Это экономия на продукты? Да, это тоже экономия. Поэтому таких, я думаю, 99%. «Газпром» резко сократил темпы строительства газопровода в Китай. Ну, не резко, а всего в два раза. Так что, в общем-то, «Газпром» ужимается меньше других, судя по всему. Россияне ужимаются гораздо больше. Ну, вот вместо 800 километров построить 400 километров. Ну, говорит, это не повлияет на то, что к 2018 году Китай будет получать газ. Как может не повлиять то, что построят в два раза меньше газопровод? То есть начнут газ давать так, не доводя до Китая, откроют, говорят, ну, вам открыли, получайте, да. Приходите с ведрами и набирайте. Путин обещал подумать над созданием зоны свободной торговли ЕАЭС с Сингапуром. Да, где Сингапур и где Путин, это вообще, ну вот... Они что, просят его сильно? Не, ну на этом саммите велся такой разговор. Я думаю, что Путин сам влез туда. Давайте создадим такую зону свободной торговли. Это нет, навязчивая идея. Под эту зону свободной торговли можно отдать половину России в концессию Китаю, Курилы,
японцам вместе с Сахалином, ну и так далее, в общем. Молодец, что? Молодец, как в том анекдоте. Российские олигархи получили доступ к разработке нефтяного шельфа Норвегии. Ой, про это так они рассказывают, какие они молодцы. В общем-то, люди просто поучаствовали, я так понимаю, в получении лицензий, которые дают там всем абсолютно норвежцы. Выдают лицензии, плати бабки и получишь лицензию. Ну, это такая новость, что вот они какие молодцы. 10 новых лицензий выдано Норвегии, и из них это Лукойл одна фирма с Олегпировым, а другая ДЕА Фридману принадлежит. Вот, ну, контролирует, в общем, ее. Ну, что ж, бывает. У нас время. Да. Тут вот Роман Абрамович пригласил Илона Маска на экономический форум в Санкт-Петербурге. Я напомню, кто такой Илон Маск. Это тот, кто Tesla компанию организовал с SpaceX, вот этот, который Falcon 9, последнюю ракету, которая там вернулась. Первая ступень, которая вернулась. В общем-то, он миллиардер, умный очень человек, насколько я понимаю, инженер. И надо сказать, я помню, мне в том числе рассказывали такую историю, когда он в 2000 году приехал и хотел договориться с Россией. Он еще молодой человек, ему 30, наверное, не было. Хотел договориться с Россией запускать баллистические ракеты в космос. Ну и на них возить туристов. То есть сделать спускаемый аппарат, вместо боевой части ставить спускаемый аппарат и возить космических туристов, собственно, чем он сейчас в том числе и занимается, и собирается заниматься на своем этом драконе, они там поднимали каких-то туристов и так далее. И вот что сказали ему на это? Ну, сказали, у тебя денег нет. То есть нужно было откатить. Он думает, что ему отказали, потому что у него нет денег на этот проект, но он бы мог в банках взять сколько угодно, и как, собственно, он потом и взял, мог бы в конце концов продать этот PayPal, да, который он потом так и продал, ну, за 1,5 миллиарда. В общем, нормально мог он найти денег, но это никого не заинтересовало, потому что нужны были деньги здесь и сейчас. Я помню 2000 год, когда приехали ребята с Голливуда снимать этот «Враг у ворот», и не могли они в Волгограде снять. Почему? Потому что надо было забашлять. И снимали поэтому в Потсдаме. Фильм про Сталинград снимали в Потсдаме, потому что не забашляли нужным людям. Причем это в Москве они не забашляли. Ну, дорого, они сказали, блин, это очень дорого у вас здесь снимать, потому что там столько отстегивать надо. И вот этот человек тоже, видишь, не забашлял, а теперь Абрамович его хочет притащить. Вот, Абрамович, чего есть у тебя и чего нет у Илона Маска? Денег? У него есть деньги, а все остальное у тебя нет, а у него есть. Поэтому ни хрена он не будет с вами дело иметь, поверьте мне. Ребят. Да ему просто неинтересно. Конечно, ему просто тогда ему нужно было вот эти баллистические ракеты, да, и это было нормально. Они их рубили гильотины, эти ракеты, вместо того, чтобы, ну, это был замечательный проект, очень хороший проект. Но у них мозгов нет, у этих ребят, что тут скажешь. Так, что, все, у нас новости, да? Так, что там какие-то еще были у нас какие-то были. А вот британские медики сообщили, что при микроинсульте надо пить аспирин. Причем это в том числе и скорая помощь. Не просто, чтобы его не было, как профилактика, а даже когда случился. То есть надо сразу есть аспирин, и у них хорошая, очень хорошая динамика. Вот хорошо, что кто-то что-то подсказывает. Вот. Еще пишут, что 2/3 мирового населения к 30-му году будет жить в городах. А вот если здесь будет Путин, то мы будем жить в жопе. 2/3 будет в городах, а мы будем в жопе. И в Саратове 20 мая
тут пишут, состоялся масштабный фестиваль лезгинки. Вот мы мало того, что в жопе будем жить, еще и лезгинку плясать. Вот поэтому и на Эйфелевой башне впервые разрешили жить. Там сделали какие-то комнатки. И я говорю, что это совершенно безумный проект. Почему? Потому что не будет это пользоваться успехом нифига. Вот представляете, самое популярное жилье и вообще гостиницы в Париже это какие? Это те, откуда видно Эйфелеву башню. А это единственное место в номере в Эйфелевой башне, откуда не видно Эйфелевой башни. Поэтому я думаю, что люди будут в унынии пребывать. И вот сегодня у нас пятница, да, поэтому интересно такое. Вот в Японии шоу новое побило все рекорды по рейтингам в мире. Шоу называется «Угадай жену». Вот, я извиняюсь, конечно, но это надо обязательно показать. Вот такая фотография, значит, вот так вот женщины, так сказать, к такой стенке подходят с голым задом, нагибаются, а там дырка. И мужчина с той стороны, в общем-то, заходит и должен определить, где его жена. На ощупь. На ощупь, да, если так можно выразиться. Вот, это побило все рекорды. Уже в книгу рекордов Гиннесса, я думаю, попадет. То есть, кто из трех женщин его жена, надо понять. Очень замечательно, конечно. Тут нет слов. Но японцы, они всегда молодцы. Они всегда впереди планеты всей. Вот даже у нас достаточно циничная здесь публика, хотя молодые люди. Но когда мы про эту новость узнали, мы рты разинули, такие, блин, сказали, вот это да, вот такого мы даже, наверное, не додумались до такого. Так, давайте отвечать на вопросы тогда, что ли. Там. Хочу в Японии, человек пишет. Да, жену можно и здесь угадывать. Че тут, зачем в Японию ехать? Сколько хочешь. Так. Угадай, кто ватник. Хороший. Так. Да, у нас очень остроумные люди. У Мальцева в Твиттере 30 тысяч, а там молчок про праймериз. Да, вот это вы сказали то, о чем мы сегодня говорили. У нас там все заморожено, 30 тысяч висит. В воскресенье мы будем размораживать. Вот с Сережей встретимся специально в воскресенье и будем запускать, потому что, ну да, и, кстати, там можно использовать... Я, честно говоря, я прямо скажу, почему я это сделал, тогда закрыл, потому что я боялся, что некоторую часть людей можно будет идентифицировать, ну, через Твиттер, там, и не хотел подставлять людей. Сейчас уже время ужато, осталось до 5, 11, 17 очень мало времени, поэтому бояться не имеет смысла, уже все, уже как бы маски сняты, все, вот она висит, мы с открытыми лицами и как бы карты открыты, все, мы знаем, что мы хотим, и они знают, что мы хотим, поэтому прятаться уже смысла нет, и я думаю, что со своими репрессиями они уже опоздали, поэтому мы открываем Твиттер, и там есть личка, очень тоже интересная вещь, то есть через нее, но она не отслеживается, личка в Твиттере. Поэтому, в общем-то, будем это тоже использовать для в конспиративных целях. Будут ли изменения в законе о журналистской деятельности и этике? Это вообще закон о журналистской деятельности и этике не будет. Свобода слова не предполагает закон о журналистской деятельности. Если будет, то это какие-то о правах журналистов, там, чтобы их не били там, и так далее. А что они там пишут? Ну, давайте говорить откровенно, если кто-то из журналистов написал что-то там неэтичное, там какое-то страшное, то мы приходим вот к тому обсуждению, которое уже было в фильме «Народ против Ларри Флинта», Милош Форман, очень я люблю этот фильм, там все про это сказано. Если мы пытаемся кому-то заткнуть рот,
даже тому, кто нам очень не нравится, даже тому, кто козел и так далее, то в результате получится, что мы сами себе заткнем рот, что последствия от этого будут гораздо хуже, чем от того, что мы дадим ему высказаться. Вот любая революция, любой бунт – это реакция на то, что не дали высказаться. Всегда. Поэтому тут результат будет совсем обратный. Поэтому я думаю, что свобода слова должна быть, так сказать, истинной, а не вот какой-то... вот у нас свобода слова, но вот это говорить нельзя, вот то, вот 5, 10, 20, 38. Ну, когда 38 пунктов нельзя говорить, почему нельзя 308, почему 380 можно, да? Так. Слава, ты читал Кропоткина? Да, конечно, читал Кропоткина. У меня, в общем-то, один из любимых писателей Кропоткин. Мальцев, ты ничего не изменишь, придя к власти. 95% русских только пьют и воруют, не способны работать без пастуха. Русским не нужна революция, русским нужен Сталин и кнут. Какие молодцы. Прям молодцы. А Путин, значит, это Сталин, да? Возможно, Путин это кнут. Забавно. Я вот далек от мысли, что это правда, да? Нет, я согласен там и с некоторыми, ну, с автором в том смысле, что да, много русских людей, которые подходят под эту категорию, ну, конечно, не 90, там, сколько он назвал, процентов, да? Я согласен с Чернышевским, который в сердцах пишет, да, что русские рабы, рабы все до одного. Я согласен с Лениным, который берет эту фразу Чернышевского и вставляет в свою работу о национальной гордости великороссов. Но у Чернышевского, когда он это говорит, я чувствую боль. То есть он говорит это, он так думает, да, он так думает, потому что он говорит то, что думает, но он так говорит для того, чтобы заставить русских людей ужаснуться, заставить посмотреть на себя и захотеть быть другими. И вот мы заставляем тоже людей быть другими, а взяв власть, мы их заставим быть другими. Заставим быть другими. Потому что нынешний режим, как и все предыдущие, пытается их заставить быть такими. Если кто-то вот в эту категорию рабов никак не влазит, пытается из нее вырваться, они бьют ему по башке. Вот мы не хотим этого делать. Можно узнать ваше мнение про 21 мая в Казахстане? Там митинг пройдет. Слава, что такое государство и для чего? Для государства машин для подавления одного класса другим, в общем-то, Владимир Ильич все прекрасно про это рассказал, да, и это машина, при помощи которой имущий класс подавляет неимущие классы, в общем-то, и это мы постараемся несколько изменить, несколько, но полностью изменить мы это не можем, так будет всегда, пока будет государство, всегда будет. Там, поэтому я и ненавижу государство. Государство – это зло. Нужно понимать, что даже тот человек, который несет в себе государственные функции, он должен понимать, что государство прежде всего – это зло. И нельзя его воспринимать как необходимое зло. Вот это необходимое зло, там туда-сюда. И это все фигня полная. То есть нужно понимать, что народ на самом деле в настоящих, в нынешних уже условиях может иметь, ну, если не всю полноту власти, то большую часть власти. Да? И таким образом растворить вот эти государственные институты в себе таким образом, чтобы они не могли взаимодействовать и объединяться для подавления народа. И это главная идея, которую мы несем. Идея народовластия. Да, что там? Вячеслав, можно узнать ваше мнение про 21 мая в Казахстане?
Ну, что, какое мнение? 21 мая, я так понимаю, в Казахстане собираются проводить несанкционированные там какие митинги. Ну, для меня любой митинг санкционированный. То есть, если люди проводят митинг, значит, они сами его санкционировали. Ну и все, и пусть проводят. Мы посмотрим, какой будет результат. Я боюсь, что Назарбаев начнет делать глупости, а хотелось бы ему посоветовать, не делай глупости, не надо. Потому что кончится это очень плачевно. То есть, дай людям высказаться, пусть они соберутся и так далее. И если они собираются, и поводом является земельная реформа, ну, значит, не нужно такую реформу проводить. Значит, народ к этой реформе не готов, либо эта реформа плохая. Значит, нужно повременить и так далее. Мальцев, признавайтесь, вы каждый день смотрите телевизор? Нет, телевизор я не каждый день смотрю, но иногда смотрю, да. Но если я это делаю, он у меня ночью фоном, когда я работаю, ночью работает фоном телевизор, там или Discovery, или National Geographic, или что-нибудь. Но иногда, когда я просыпаюсь, или там это уже ближе к вечеру, я иногда тыкаю целенаправленно, там включаю это, там, Life News, да, или там Россия 24 реже, или Первый канал. А так пультом иногда щелкаю, когда кушаю. Нельзя этого делать, вот Филипп Филиппович запрещал, да, в собачьем сердце, не считайте натощак там советских газет, да, других-то нет никаких, не читайте. Но я вот грешен, я прежде чем сесть поесть, я включаю телевизор, начинаю там что-то щелкать, смотреть. Так как там идут сериалы и новости, сериалы я не смотрю, а вот новости иногда получается у меня посмотреть. Кстати, это очень полезно в каком-то смысле, может быть, парадоксально звучит, но тем не менее, если вот советую тем, кто давно там в течение долгого времени не смотрел телевизор, да, я советую включить вам новости, и вы сами для себя, да, вы поймете, откуда у людей что-то появляется в голове. Вот я иногда замечаю, что у людей появляются какие-то новые штампы, какие-то новые мысли, да, в голове, которые, то есть я с одним человеком поговорил, он там Обама-обезьяна, с другим человеком он Обама-обезьяна, а я как-то не пойму, почему Обама-обезьяна, включаете, а все понятно, Обама-обезьяна, все ясно. То есть, в общем-то, получаете ответы на вопросы, в общем-то, почему так вот происходит, почему такое мнение складывается. Приветствую, почему Вячеслав замалчивает про Володина? А что я про Володина замалчиваю? Я про Володина не имею сейчас никаких абсолютно сведений, потому что он сам про себя все замалчивает. Он такой тихушник, пытается спрятаться. Я понимаю, то есть он разрисовал себе большое будущее. Он понимает, что это большое будущее может наступить только в условиях, если про него не будут говорить ничего. Ни хорошего, ни плохого, потому что, ну, вот Рогозин там везде светится, у него нет никакого будущего абсолютно. А Вячеслав, я думаю, себе там отмерил, как тот горбатый в этом, помнишь? Говорит, а ты себе, наверное, 100 лет отмерил, да? Помнишь, место встречи изменить нельзя. Поэтому я не знаю, что вам говорить. Никакой дополнительной информации я не имею. Все, что я должен был сказать, я сказал. Сейчас Вячеслав, конечно, начнет себя проявлять. Тогда и будем говорить. Электронную почту проверьте, пожалуйста. Мы вот ее только что проверяли перед эфиром. И да? Каждый день проверяем. Нет, да, мы тогда залазим. Володин серый кардинал. Это абсолютно верно, да. То есть фактически России, вот внутреннюю политику России полностью определяет Володин. Если кто-то думает, что там какие-то спецслужбы, там вместе с Путиным, какие-то депутаты, все это фигня. Везде стоят его ребята, везде губернаторы, которые его в попу целуют, вице-губернаторы. И он занимается каждым мэром, каждым губернатором, каждым вице-губернатором. Кого-то он пока еще не смог сковырнуть того, как вот в этом, в Кемерово этого, господи. Как его, кемеровский губернатор. Ну, пока не смог. Я думаю, что там под ним, под этим кемеровским губернатором, уже все володинские стоят. Так что все нормально. Тулеев? Да, Тулеев, Аман Тулеев, конечно.
Легализуете ли публичные дома? Да, ну а какой смысл-то? Зачем? Мы говорили об этом. 500 лет до нашей эры салон как-то пытался. Я вообще старался бы вот в эту тему не лезть. Она как-то всегда сама по себе развивалась в связи с обычаями народов. Вот эта тема проституции. Ну, как-то пусть она так и развивается дальше. Знаешь, то есть, вот, есть какие-то у нас на Руси обычаи, ну, в соответствии с ними и надо действовать. А как-то особенно там, давайте вот там откроем публичные, да, какие публичные нам еще. Вот, Вячеслав, как будут действовать кадыровцы 5.11.17? Это у них надо спросить. Я думаю, что большая часть будет сами там между собой разбираться. Я думаю, что у них гораздо больше проблем уже до 5.11.17 возникнет. Они уже у них возникли. Ну, то есть, что не до революции будет им, это точно. Так, что у нас еще? Где у Путина кнопка? Где у Путина кнопка? Такой философский вопрос, представляете? Даже я бы сказал риторический. На него путинская кнопка – это как ахиллесова пята. Да. Но здесь оно же имеет и двойной смысл. Это и кнопка, которую он нажмет, чтобы поднять ракеты, и кнопка, как у электроника, чтобы его Путина выключить, и кнопка, как то, что его, так сказать, может куда-то увести не туда. В общем, да, я говорю, это риторические вопросы. Но, конечно, у него есть больные места. Во-первых, он сильно самолюбивый, очень сильно самолюбивый. Во-вторых, он оторвался от действительности. А у таких людей кнопка – это приведение их в состояние реальности. То есть так вот, холодной воды в лицо. И вот он здесь, оказывается. Не там, не в раю, который он себе нарисовал, не где-то во внешней политике, где он красиво тусуется, а здесь, вот в этом говне. Так что подумать надо насчет его кнопки. Вопросы говно пишут. Задавайте, хорошо. Как помнишь тот анекдот, когда мужик от милиционера убегает, да? Бежит. За угол забегает, смотрит, куча дерьма лежит. Он штаны снимает и сел над этой кучей, сидит. Мент выбегает, говорит, тут мужик пробегал. Он говорит, да. А куда побежал? Он говорит, туда. Мент так как-то заглядывает, смотрит к нему туда под попу. Говорит, а говно? Не, говорит, что ты делаешь? Он говорит, как? Говорит, а говно-то собачье. Он говорит, а жизнь какая? Вот так и здесь. Вот здесь. Какие вопросы? Какая жизнь, такие вопросы, ребят. Так что у нас для вас других вопросов нет. Слава, покажите, где солнце. Очень смешно. Так, все, да? Давайте тогда, что мы хотели сказать по поводу регистрации. Значит, повторяемся, что просим вас регистрироваться на канале «Волна перемен». Просим вас обязательно, значит, быть нашими, так сказать, помощниками. Для чего? Для того, чтобы туда привлечь большое количество людей, которые могли бы зарегистрироваться 28 и 29 числа, проголосовать за меня, то есть проголосовать за 5, 11 и 17 года. Ну, поскольку это либеральная все-таки структура, хотелось бы, чтобы идея революции в России среди либералов победила. Очень хочется. Может быть, мы эту идею им навязываем. Ну, давайте будем навязывать вместе. Я прошу вас, нам это всем нужно. Я прошу, значит, использовать нашу страничку ВКонтакте. За Мальцева она называется, как она? Да, за Вячеслава Мальцева. И есть у нас уже в описаниях под этим роликом ссылка на эту страничку, поэтому вы уже да, сейчас там можете... уже разместили эти... Да, разместили плакаты агитационные за Вячеслава Мальцева, их можно распространять в интернете, их можно распространять где угодно, можете даже их распечатать, если у вас есть такая возможность, можете показывать их друзьям, но лучше всего, конечно, в интернете. Почему? Потому что это принцип сарафанного радио, да, то есть у нас... Там, грубо говоря, 2000 человек
увидели этот плакат и показали уже там 5000 человек и так далее. Поэтому агитируем вас подписываться на нашу страницу ВКонтакте и делать с нее рассылку. Да, агитируем быть нашими волонтерами, потому что это очень важно. То есть без вашей помощи мы никак не сможем выиграть, а нам обязательно нужно побеждать. Потому что победит идея 5, 11, 17, и как раз до 5 ноября 2017 года осталось 532 дня и 1 час. В общем-то, совсем немножко, поэтому давайте вместе поднатужимся. Реквизиты у нас менялись, новые в описании, будьте внимательны. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.